Ну и зачем вам эти стекляшки, Оптимус? Мы думаем, что в них заключен код, ключ к местонахождению Олдспарка. Олдспарк? Олдспарк — это источник нашей жизни. От него происходят все трансформеры. А почему код должен быть на очках моего дедули? Потому что много лет назад он нашел нашу немезиду Мегатрона, который был заключен в Арктике. Мегатрон записал на эти очки информацию с надеждой на то, что десептиконы найдут его. Значит, замороженная немезида? Волшебные очки, жизненная сила роботов. Я все понимаю, но почему я продолжаю бороться с каким-то суперскаутом, который думает, что он самый умный? Вот это тачка! За нами вертолеты! Трансформируемся! Пора вставать на колеса! Джаз! Дроны пытаются пробиться к Сэму и Микаэле. Айронхай, Дуик Джазу, его загнали в угол в секторе 7. Выиграй нам время, Джесс! Вымани их от нас! Продолжай движение, Джесс! Не дай им прижать тебя! Тебе нужно сделать что-то крупное, чтобы привлечь их внимание. Похоже, ты привлек их внимание. Пусть они продолжают тебя преследовать. Мы сможем убежать! Все, Джесс, держи их с собой. У меня что-то вульгарное на уме.
Это Джаст! Меня загнали в угол! Попробуй уйти, примени силу. Не могу, я спрятался. Вы можете выслать подмогу? Держись, солдаты уже идут. Айронхай, друг Джаст, его загнали в угол в секторе 7. Уходи отсюда, Джаст, я сам разберусь! Айронхайд, Джаст в беде, нам нужно найти его и помочь ему. Мы должны примкнуть к Джаст, пока не слишком поздно. Должны позволить чему-либо помешать нашей миссии. Уничтожь дронов и спаси Джаста. Этот дрон крепкий. Айронхайд, найди что-то, чтобы сбить его. Можем ли мы спасти Джаста без очередного инцидента типа Кибер 5? О, эта куча металлолома все равно взорвалась бы.
Еще одна засада. Держись, Айронхайд! Туда, Джесс, выступаю. Дрон крепкий. Айронхайд, найди что-то, чтобы сбить его. Оптимус, шмель в опасности. Его преследует, с ним молодой человек. Мне нужно, чтобы ты осмотрел всю местность, нет ли там еще десептиконов. Оставь шмели и человека мне.